Жительница Махачкалы подозревается в мошенничестве. Накануне в отдел полиции по Советскому району поступила информация о том, что 25-летняя девушка, являющаяся директором туристической компании, посредством сети интернет обманным путем завладела деньгами в сумме 15 тысяч рублей у 32-летней жительницы Нижнего Новгорода. Для дальнейшего разбирательства махачкалинка доставлена в отдел. В ходе допроса она призналась, что в апреле текущего года с ней связалась женщина, которая планировала посетить туристические места Дагестана и частями оплатила будущую поездку. Однако в день выезда подозреваемая объявила, что турпоход отменяется по разным причинам и отказалась возвращать деньги. Установлено, что она подозревается в ряде аналогичных мошеннических действий. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения.